Приветствую, друзья, с вами я, Брюс, и мы продолжаем вымещать свою злость в игре Були. Давайте выполнять миссии сразу, без задержки. Давайте, помоги Гэри. По ходу дела, честно говоря, я одну миссию уже просрал, по-честному. И, ну, в общем, смотрите. There you are. Come on, I found something incredible. Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? We are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me, look, now come on, I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited! I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. Так, что-то я даже не помню эту миссию, о чем она. Даже приблизительно. Это случаем не миссия с ямой, где нужно сейчас будет с Раслом херачиться. По-моему, это она, не? Или нет? Я, честно говоря, без понятия, абсолютно. Так. А вон где, даже где? Так, ладно, раз мне с ним надо драться, давайте драться. У меня тетер, апперкот. Что-то камера себя ведет неадекватно с ним. Все жизни. Ага, вот минус один, минус два. Давай, ляг. Да, все, это та миссия как раз таки, где нужно будет сейчас с Раслом драться, по-моему. Ну, давайте так, ты иди в школьный подвал, окей. Кровать? Что делает кровать? Ну, сейф такой. Дверь открывается вот тем рубильником. Давай, активируем рубильник. Really gonna like this, Jimmy. Тебе реально понравится? Посмотрим. Раньше решетка не запиралась. Ну, вообще все правильно. Так. Можно выбрать рогатку. Или нет? А, тут дырка есть, точно, ладно. А, нет, нужно перепрыгнуть. Так, на Б, надо пробить. Да, на Б. Хм. Не туда за мной, что? Блин, ну, тут, честно говоря, вообще пол игры не помню, то есть... Помню то, что там будет очень сложная миссия прохождения с ботанами. Так. Что такое? Кирпич. Да давайте возьмем кирпич, чё? Кирпич никогда не помешает. Отвали! Можно было и без рогатки обойтись. Сквозь дыры в стенах можно проползти, все понятно. А, так, правый стик нужно, да? Ну, тыкайся. Странно, у меня что-то как-то не тыкались. Не тыкался правый стик. Так, дернем что ли за рычаг? Почти дошли, понятно. Что ж, друзья. Так, ну-ка правый стик опять, правый стик. Что-то через раз нажимается. Давайте что-нибудь штыка тут все лучше переломаем. Так, 8, 9. Не знаю, вдруг нам что-нибудь дадут интересное за один, за все тыквы. По-моему, тыкву нужно открывать только для того, чтобы полностью открыть, как бы, чтобы открыть все костюмы. Только для этого. Так. Осталось немножко. Тыкв. Так что Гэри, отвали. Опа, она мне двух тыкв, что ли, не хватит. А, вот они как раз все эти тыквы. Повезло. Доступен секрет, доступна тыквенная глава. Сказал.
Так, нам нужно охладить печь, говоришь? Quick, before it heats up again. Так, бегом, 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 бегом. Так, все с первого раза. Нафиг мне это не тужит, брось его. Да, это миссия с ямой, не хочу туда идти абсолютно, но... Походу, делать другого выхода нет. Да? Вот тут, вот. Все, значит, за миссия. Сейчас с Расселом придется драться с Камилой. So, Jimmy boy, here we are, the Jimmy hole. Boy. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell! Oh man. Me, Russell! Gary, now I hate you. I know, Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here. Russell wants vengeance. Гэри, ты параноик. Гэри херов параноик. Ну ладно. Давайте бейте его. Давай, бей сильнее. Так, нужно схватить. Эй, нифига у него ударчик. Нужно было схватить хпшками в этот момент. Нужно не переставать бить, то есть он просто бить. Ух, нифига, ну удар у него сильный. Вставай. Так, неплохо. Да, вот так вот. Ух, ё-моё, нифига, у меня хп почти все. Хп почти все, так. Ну ё-моё. А, все, хана, тебя вырубили. Я завалил здание. Но, оказывается, это не так уж и просто. По крайней мере, на геймпаде. Нет, реально жесть. Ладно, ладно, ты Рассел, чё теперь? Так, и это теперь заново, всё, и скип. Так, давайте побегаем сначала от Рассела для начала. Сейчас мы будем вот это бегать. Так, где мои петарды? А, вот они. Так, чутка Рассела покоцаем петлями. Давай, последняя петарда. Так, все, валим отсюда. Так, да. Я приблизительно уже уловил технологию, с которой он куда-то дерется. Так, все, встаем и валим, просто валим от него. Это что такое? Ё-моё! Это что такое? Это что такое? Рассел, ты что за балет, а? Так, валим. Так, у Рассела удар, конечно, сильный, но я тебя побью, Рассел. Когда-нибудь я тебя побью. Опять. Чё за дебильный прием, а? Тупой Рассел. Чуть-чуть осталось. Давай. Давай, пару ударов, Рассел. Давай, да. А Гэри херов параноик. You happy now, jerk? Ecstatic. I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron. Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't? No,
but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. Bad Russell. Плохой Russell. With Russell pacified, I could be forgiven for thinking my troubles at Bulworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Вот мы и добрались до второй части. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So? What's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bulworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Так, ну, посмотрим, что... Так, у нас пока что только... К сожалению, миссию, походу, делал с дневником, я просрал, но, возможно, в ближайшем времени, если она появится, то я ее попробую выполнить. Так, что ты мне предлагаешь? Ну ладно, давай пока... Не хочу выполнять эту миссию, давайте пока взломаем три шкафчика. Так, для того, чтобы взломать три шкафчика, нужно, чтобы староста ушел. Чтобы он ушел, нужно что-то сделать. Например, так, короб. Давайте сейчас взломаем шкафчики. Взломаем шкафчики и узнаем, какой урок у нас. Чё за бред? Дурацкие шкафчики непонятные. Открыл. Наконец. Коробка конфет, ну, неплохо, да, чё с уроками. Биология 2, ну, не знаю, пойти, не идти. То есть, такого желания нету, чтобы идти на урок нету. Давайте еще пару шкафов взломаем все-таки. Вдруг деньги получим. Деньги в будущем понадобятся. Вскрыл. Так, маска оборотня, ну тоже ничего так. Так, ты последний. Уходи отсюда. Все, он ушел. Ну, прокрутил это. Ну, смотрите, с первого раза $10. $10 за это и дали банан. Ну, ё-моё, дайте всё жрём. На урок, все, на урок. Все равно он сейчас меня поймал, но урок бросил. Доброе утро, все сегодня готовы кого-нибудь порезать. Жестокий у меня учитель по биологии. Ну, это я помню, да, так. Раз. Два. Три. Четыре. Так, скальпель. Надеюсь, времени дать побольше, чем на лягушку. Don't you like cutting things open? Ну все, да, вот так вот. Так, теперь этих нужно соединить. Так, ну неплохо. Пока что неплохо, по крайней мере. Здесь я не завалю биологию на первый раз. Ну, в смысле, на второй раз. Потому что там интересные вещи на биологии. А, не дают. Ну, хочется хоть с одним уроком покончить, ну, я думаю, самым первым уроком это будет музыка, а вторым уроком, с которым я покончу, это будет... Так что, сердце нужно сказать. Сердце маленькое, бессердечное, тварь. Первым уроком я, который, думаю, закончу, будет биология, а вторым это будет либо математика, потому что математики дают легкие задания, их там выполнять-то нечего. Либо... музыка и биология. То есть, наверное, вот так вот. Ну, когда
Играл ты один раз, когда я играл сам первый раз, давным-давно. Когда давным-давно еще без записи играл, но я пытался записывать. Но что-то там не вышло почему-то, не стал выкладывать. То ли я что-то сохраниться забыл, у меня игра вылетела, и получилось так, что... это произошло чуть ли не после самого первого задания, и мне пришлось проходить игру заново. И я забыл потом выложить и чистил компьютер. То ли еще что-то. Disgusting. Да, понимаю, ужасно. Но у нас осталось чуть больше минут, чуть меньше минуты, поэтому нужно поторопиться. Черт, на мышке все же удобнее играть. Так, надеюсь, я успею. А то что-то как-то будет стрёмно, если я не успею еще. К тому же. А, полминуты осталось. Успею надпочечники вырезать? Это сменники. Да, херово, я учил биологию в школе, раз думаю, что это надпочечники. Все, наверное, уже не успею. Так. Или у мыши нет надпочечников. Slow and steady wins the race. А я херово знаю. Неужели успеем? Ё-моё, успели. Прям секунду в секунду. Круто. Осталось что-то там 13 что ли, секунд, это вообще повезло дичайшим образом. Шлем химзащиты, по-моему, это шлем, в котором можно... Так, что хочешь? Нет, не хочу. Для этого нужно взламывать шкафчики, точить учеников, и поэтому я иду на миссию у Эда на посылках. Так, у Эда на посылках. Господи, такая дезинфицирование. Правильно, харкни в суп, сука. Это по вкусу только лучше. You wanna give it a go? Sure. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Это пипец. Она харкнула в суп. Так, пожалуй, возьму-ка я этот... Да, резиночек, я знал, что он лежит. Потому что, игру я когда-то изучал кардинально просто. Когда первый раз проходил, я что-то... Мне пришлось игру заново переходить, но я ее все-таки прошел. Я ее кардинально просто изучил, практически на 100% собрал. Я просто уроки не прогуливал никогда, и поэтому на 100% не удалось пройти игру. Но миссии все-таки достаточно количество раз я зафейлил. Потому что тут нужно украсть 10 великов, пройти столько-то километров пешком. В общем, мне не хватило только... Так, где велик? А, вот. Мне не хватило, по-моему, только... Валите отсюда, детишки. Мне не хватило только вот совсем чуть-чуть это... зафейлить уроки. Именно зафейлить, то есть не прогулять, а зафейлить. Прогуляла достаточно. Итак. Вот и, собственно, первые места, куда нам нужно заехать. Как тут тормозить? Как? Слезь. Все, слезь. И побежали. Так, сюда нужно идти взять. Мясо, по-моему. Да, это Ям-Ям-Маркет. Потом я все закуплю. А что у меня с деньгами, кстати, что-то забыл посмотреть деньги. Так, и давайте возьмем... Не, я встречаться пока не хочу. Спасибо тебе, но потом. Так, забери последний предмет. Ну, долго ли побежать? Не, я лучше на велике. Итак, экскурсию я по городу, думаю, проведу потом, после уроков. Score.
Я правда думаю, это то, что последнее сделаю уже после уроков, то есть миссия. Ну, город скажу. Ну, потому что, ну, как-то, ну, не очень мне прикалывает вот сейчас миссию из этого просирать. Так, добежим до автобусной остановки. Кстати, где идет тырчик, по-моему, стоит, если я не ошибаюсь. По-моему. Может, даже, блин, только у Мэри стоит тырчик. Ну, ладно, пока не буду на него обращать внимание. Кто не знает, тырчик — это мопед. Самое быстрое средство передвижения в игре. А еще, знаете, иногда вот баги такие-то, что за рулем автобуса никто не сидит. И то есть получается то, что меня везет автобот или десептикон. И в очередной раз сказал какую-то херню. Училка бежит. Училка? Тупая. Так, ладно, ну пока за прогулы меня арестовывать не будут. И у меня музыка 2. О, этот урок я не пропущу ни за что. Поэтому я сейчас отдам этой овце вещи. Этой жирной овце все вещи. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Полностью срок годности. Nonsense. There are no fuzzy. Это уходит на месяц. Все правильно. Hopkins comes through. Я не удивлюсь, если вообще вот в этой. В игре будет что-нибудь, какая-нибудь еда вроде рыбьего дерьма из Сан-Андреаса. Я думаю, про него все слышали. Чё ты хочешь? Иди в задницу, не пойду я тебя провожу в библиотеку. Так, ну урок. Здесь сейчас не будет проблемы со стиками. Если что, я буду молчать лучше. Концентрация. Синхронизация, уровень. Ассасин. Неплохо я закончил, конечно. Но, к сожалению, произошла какая-то полнейшая ахинея. Да не буду совать, а хотя давай. Нет. Давай, согласен. Отвали, жирный ты козел. Нет. Все танцуют локтями. О боже, какой мужчина. Хочу от тебя. Пошли в шкафчик. Вот так. Один остался. Че, кого? Тебя в шкафчик? Нет, тебя не хочу. Тебя, ты девчонка, на тебя орать. Батан, пошли со мной. Стоп, я тебя знаю, я тебя где-то уже видел, э? Эй, все, в шкафчик пошли. Все. Живи там, сучка! Так, ты кто такой? Чё, борзел? Давайте сюда! Сюда подошёл, чё? Залезь! Я вот такой вот уж козёл! Чё сказал? Меня задали. Ну супер, чё? Ёпперс, это... Зло не спит. Он сам вырывался. You better pay a visit to the punishment prefect. That will be all, Hopkins. You may go.
Он сам нарывался. Time to pay back the faculty for all their kindness. I don't think you know what kindness means. Он сам нарывался, он вообще так просто он так пафосно шел по коридору, а я не люблю, когда пафосно ходит по коридору. Вот поэтому я его и засунул в этот. И велик я не крал, неправда. Я его одолжил. Тем более мне Эда сама сказала его взять. Она сказала, что у нее есть велик, чтобы я съездил ей побрил усы. Нет, чтобы, в смысле, она купила бритву себе и побрила усы. Поэтому я не виноват, это все она. Тупая Эдна все сделала. Она, короче, харкает в суп. А вы меня заставляете работать. Ну, лучше ее заставите работать, а не в суп харкать. Хотя я тоже пару раз харкнул в суп. Но я об этом лучше умолчу. Когда мне было нефиг делать, я тут рисовал смайлики. Мы почти закончили уже. 75%, 76, 77, 78. 78 сказал, 79, 80. Исправительные работы выполнены. Кстати, чтобы закончить игру на 100%, мне нужно выполнить все исправительные работы. Так, ну я думаю, сейчас сгоняю к бомжику, к нашему добросовестному, который учит меня за резистор или транзистор, и как. Иди в жопу, я не пойду на работу, не хочу сейчас. Мне пока это не надо. Тем более серию пора заканчивать. Я сейчас научусь уже. Блин. О, Рассел, здорово! Как дела? Эй, Рассел! Что сказал? Все правильно! Я его толкнул, он пошел. Ты бьешь бутона, Рассел! Как тебе не стыдно? Я думал, я тебя научил. Так, ладно, я собрал 75 резинок, соберем шарики. Я думал, я научил Рассела, а он не научился. Как был жирным мудачьем, так и остался. Еще одно задание, давайте. Хорошо, что не забыл обо мне. Ну да. То, что надо. Чё? Вот так вот. Удар. Последний заряд. Так. Удар. Нет, ну сюда вот, туда. И подсечка. Вот, собственно, все. Сейчас попробуем подсечку. Я в следующий раз меня привлечу мне транзистор. А за мамку твою. Ну сам знаешь, что делал. Так, где эти жирные козлы, а? Так, чё, не хочу. Опять негр. Негр, я думал, я тебя в ящик засунул. Ты должен был там остаться, да? Ты понял, да? На тебе. Да, видите? Негр просрал. Негры всегда просирают нам. Эй, Чика, здорово, держи мои цветы. А теперь давай, целуемся. А? Чпокаться будем? Давай. Это ты зажал, а? Че сказал? Не нарывайся, а? Понял? На тебе! Ты сосай, а? Понял? На тебе! Все, понял? Ты тоже мне что-то хочешь сказать, да? О, новое задание, да? Да, дневник, все-таки задание осталось. Давайте его, я думаю, последним выполним. Если что, я его оставлю в следующую серию. Но оно вроде как не должно быть больно ошибкой долгим. Надеюсь, серия не получится по 40 минут. О! Такая резиночная серия. Я не знаю, обещал вам показать город, сам просрал все время на драк, не знаю. Так, она плачет. Hey, Beatrice, what's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up what? Again. Ew, gross. Secondly,
Mr. Hattrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. And he says he's gonna give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. What the fuck is shit? Нет, ребят, это реально что-то уже, как это правильно сказать. Короче, это пипец. И весело. Здорово, чика. Значит, я красиво, брутально одет, осталось только постричься еще точно так же брутально. Я буду вообще красаву. Красавчиком. Я и так уже красавчик. Но я буду красавчиком в 10 раз лучше, чем был всегда красавчиком. Лично же? А, нет, лично на втором этаже точно. Ну, что-то помню, что-то нет. Я не помню, кстати, все резинки уже лежат, но... Вот я проверял как-то раз этот. О, карта для игры Geek. Грот и Гремли. Резинки нет? А, все, подошел. Открыл, я думал, залагал. Ты откуда здесь? Бежим! Так, ты меня не видишь, да? Вали! Так, кабинет мистера Гэллоуэ, мистера Хаттрика на этом этаже. А мне нужно... А, вот он, вот он. То есть у меня еще не было математики ни разу. Черт! Валим, вниз нужно спускаться. Так, ладно, бывает. Такое бывает. Не единожды уже было. Так, бежим сюда. Ага. Так, хватаем дневник. Это новенький Джимми, он такой плохой, плохие зубы, плохие волосы, он плохо пахнет, плохо ко всем относится, и все же в нем есть такое, что привлекательное. Он сказал Баки о своих чувствах, но он не особенно обрадовался, это очень грустно, ведь Баки замечательный друг, и хотелось бы думать, что в ее жизни что-то не так. Я и так и знала. Сегодня я проходил мимо него, и он на меня посмотрел. Он свободный радикал, как бы мне хотелось соединиться с его электронами. О, после этих мыслей у меня даже органические химии вызывает мурашки. О, фу. Это звучит... Успел. Валим. Нужно срочно закончить миссию. Да, я успел. Yes, I did. And I didn't read it. Much. Much obliged. $20 тоже неплохо. Ну, я думаю, не зря я продлил серию минут на 5. That was exactly as I expected. И осталось только добежать, сохраниться и лечь спать, друзья. А почему? Потому что серия закончена. И я, кстати, убежал от всех вот таких вот чуваков, которые тут вчера ёбятся без дела и ничего не делают. И мне стало очень грустно. И... Ну, собственно, так, какие-то еще остались. Мелкие обидки только, и все. Ну, сохраняемся. Да, сохраняемся. И вот, мы прошли уже 10%. Спасибо за просмотр. С вами был Брюс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Играйте в хорошие игры. Всем пока.